Узнагороди уручили і юним музикантам. У Гомелі узнагородили переможців 17-го міжнародного дитячого конкурсу «Музика надії», який на протягу тижня проходив у коледжі мистецтва імені Соколовського. Сьогодні творчий форум зібрав більш як 60 юних виконавців з Білорусі, Росії і України. Вони спаборничали у ігри на фортепіано у трьох зростових групах. Для конкурсантов это творческое споборництво стало шансом для реализации таленту, а для жюри – возможностью открыть новые имена. Этот конкурс беспрецедентный, я могу сказать смело, по количеству талантливых детей. И, что очень важно, мы ведь слышим, какой педагог за ним стоит, по количеству удивительных талантливых педагогов, как в столице или в областных центрах, так и в самом маленьком городочке. Переможцы конкурсу «Музыка надеи» отримали гоноровые дипломы и премии. Особенно жюри отзначила выкладчиков юных конкурсантов. Гран-при музычного споборництва сёлета досталося гамельчанце Мирославе Гриньковой, якая занимается у дитячей музычной школе мастацтва номер 1 имя Чайковского. Я уже занимаюсь 6-й год фортепиано. У меня есть талант к нему, и мне очень нравится дарить людям музыку. Я мечтаю стать в будущем великой пианисткой. Лауреаты конкурсу приняли удел у заключенном галоконцерте. Нагадаем, первый международный дитячий конкурс «Музыка надеи» отбылся у Гомеля в 1996 году. С тех часов конкурс собирал на гомельской сцене юных выконавцев с Беларуси, России, Украины, Польши, Молдовы, Румынии, Болгарии и Латвии.